Маргарет Симоньян посоветовала Джону Кирби стабилизаторы психики. Так главный редактор телеканала RT отреагировала на поведение представителя Госдепа, который на брифинге вышел из себя из-за вопроса корреспондента российского СМИ. Репортер RT просила уточнить, какие организации предоставляют Вашингтону информацию о том, что ВКС России якобы нанесли удары по 5 госпиталям в сирийском Алеппо. Кирби разнервничался и за комментариями посоветовал обратиться к российскому военному ведомству. Вот что сказал Симоньян по этому поводу. Конечно, это, во-первых, не очень красиво. Как-то нам всегда казалось, что люди, служащие в дипломатическом ведомстве, должны быть как-то сдержаннее, спокойнее. В конце концов, Соединенные Штаты Америки славятся широким спектром препаратов, которые стабилизируют психику. Многие известные люди их принимают. Но, возможно, стоит обратить этому чиновнику внимание на этот спектр.